В первом сезоне алтайские студенты ход сделали практически конем. Пятеро учащихся педуниверситета стали миллионерами и еще 2,5 миллиона рублей принесли родному вузу. Одним из проектов, принесших удачу, был посвящен созданию специального сайта-помощника для студентов. Там была помощь, в общем, студентам в обучении. Что типа того, короче, какие-то заметки делать, в принципе, какие-то подсказки, лайфхаки. В новом сезоне испытания те же на развитие вуза и улучшение работы молодежной политики. Конкуренция, к слову, очень серьезная. Жюри отберет лучшие идеи из 1000 с лишним проектов. Смотрят на реализацию проекта по определенным критериям, насколько он проработан, насколько он реализован. Uh-huh. Потому что это должны быть уже проекты, которые находятся в процессе реализации. Популярность федерального конкурса, которому всего 2 года, уже зашкаливает. И тому есть простое объяснение. Весьма заманчив выигрыш. Организаторы разыграют 200 путешествий, туры в любое место мира. Также участники могут выиграть свой 1 000 000 рублей. Деньги можно потратить на развитие проекта, обучение или улучшение жилищных условий. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.